Я подготовила задание на листиках. Вы будете вытягивать записочки, в которых будет указано количество мандарин, которое необходимо вам будет выловить зубами, да? Ртом, без рук. Посмотрим, получится ли у вас это. Вот так можно убрать. Кто первый будет выбирать? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я Тимку порезал, то есть Тима начинает первый. О, да. Привет, мои хорошие. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Пять мандаринов надо выбрать. Максимальное количество. А то куда есть, их сложить тогда? На стол. Сразу тебе нужно вытащить 5 мандарин ртом, без рук, Тимофей. Ну ты А время будет? Нет, первый раз. Ура. Без времени. И теперь Святослава выбирает бумажечку с количеством мандарин, которые необходимо... Мы одновременно будем? Нет. Нет, по очереди. У меня 3 мандаринчика. 3 мандаринки. Отлично. У меня на 2 больше. Да. Итак, Тимофей, приступаем. Тимо. Получается? Молодец. Первый мандаринчик есть. Первый есть. Давай второй. Сложно доставать им? А-а. Второй. 2, молодец. 3, умничка. Дима, ты что всего добыл? 4. И 5, молодец. Yes! Сложно было? Нет. Теперь наступает моя очередь, и сейчас я буду вылавливать мандарины. 3. 1, 2, 3. Это 1. Без рук. Второй. Куда ты уходишь? Давай. Третий. Молодец. Мне кажется, у меня навалили это задание. Мы приступаем ко второму раунду. И здесь у нас другие записочки. Здесь указано количество секунд, за которое вам необходимо вытащить 3 мандаринки. Нет, 3. Фу, 3 мандаринки, но определенное количество секунд. Давайте, кто первый будет вытягивать? Я первый, потому что я первый. Да, ты начинал, давай так и продолжим. Но время сколько, мам? А вот ты бумажечку бери. Бери бумажечку и сколько там секунд? 13. У Тимофея 13 секунд. Это мало. А у Святославы? Святослава, бери бумажечку. 100% больше. 14. 14. Как будто ну, почти, росла. Почти одинаковое количество. Итак, я включаю таймер. Раз, 2, 3. Тима, давай! Тим, давай, в тебя верю. Давай, Тимофей, давай! Тим! Давай, умничка. 13, все, Тимофей. Все, Тимош. В этом раунде Тимофей не получает балл, но это не страшно. Главное, участие, а не победа, да? Это еще не окончательные итоги. Еще у нас будет третий раунд, и там уже окончательно определим победителя. Сейчас Святослава приступает. У тебя 14 секунд. Готова? Давай. Раз, 2, 3. Вытащила 3. Святослава, умничка, в этом раунде получает балл. Переходим к следующему туру. И в этом раунде нам придется закрытыми глазами вытянуть целых 5 мандаринов. Давайте приступим. Получится у нас это сделать или нет, Тимофею? Сейчас закрываем глазки. Надевай маску. Тимофей, наклоняйся, приступай. По времени ограничения нет, необходимо просто выловить 5 мандарин. Тима уже пошел. Давай, старайся. 1 есть. 2, молодец.
Третья. Четвертая. Молодец, молодец. Пятая. Ура! Святославе надели маску. Наклоняйся. Раз, два, три. Достаем мандаринки. Давай, давай, давай. У тебя тарелка уезжает. Рыба. Ну, тарелку можно держать? Можно, да. А мандарины достаем только ртом. Давай, давай, третий. Третий есть. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Два. Четвертый, молодец. И последний, пятый. Ура! Итак, у нас получается счет 3 у Святославы и у Тимофея 2 балла. Победила Святослава! Тимофей в этом челлендже проиграл, но ничего страшного, он отыграется в следующих, да, Тима? Ребята, наш челлендж подошел к концу. Спасибо за все просмотры, за лайки. Подписывайтесь на наш канал, на Инстаграм. Если вам понравилось видео, делитесь им в соцсетях. И всем пока!